Раньше Владимир Демьяненко уже представлял свои работы в художественном музее, правда, в качестве дизайнера. А вот его графические творения в этих стенах зритель увидит впервые. Более 80 картин заняли сразу несколько залов. От самых ранних, датированных 70-ми годами прошлого века, до поздних 2014 года. Один из залов посвящен полностью творческой славянской мифологии, где художник осмысляет древние ритуалы, древние традиции. Есть много очень острых социальных работ, например, посвященные событиям на Украине и более ранним событиям в Афганистане 80-е годы. Работы, написанные с болью. Вот картина «Беслан» о кровавом жертвоприношении. А это «Воробьиная ночь», посвященная Украине. Напуганные воробьи, скорее всего, символизируют самих украинцев, их испуг и смятение. Сейчас вот то, что волнует наше общество, это трагедия на Украине. Тем более, что я учился в Киеве в свое время. И у меня есть композиции на этой выставке «Чертова свадьба» и «Воробьиная ночь». Вот опосредованно они как-то в графической форме дают размышления на эту тему. Посетитель выставки может не знать автора лично. Картины расскажут куда больше о своем создателе, чем он сам. Скромный, седовласый мужчина, всегда сопереживающий событиям, происходящим вокруг него. Очень точно и лаконично отображает действительность. В его творческом отчете абсолютно каждый зритель найдет свою картину. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.